1311. Производство 50 тысяч тонн в год андезина. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1312. Производство 50 тысяч тонн в год андалусита. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1313. Производство 50 тысяч тонн андрадита. Андрадита. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1314. Производство 50 тысяч тонн в год аневрина. Аневрина. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1315. Производство 50 тысяч тонн в год анемона. По одному квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1316.